Прежде чем мы начнем, напомню, что у нас есть определенный, ну скажем так, определенная традиция, когда я задаю вопрос своим подписчикам, и в течение эфира вы на него отвечаете. В последующем, в конце, я, естественно, озвучиваю, да? Итак, что же меня сегодня интересует? Я была бы очень благодарна, если вы помогли бы мне узнать вашу точку зрения. Что вас больше всего настораживает из событий, которые произошли, минуточку внимания, в апреле 2023 года? Если вы помните, когда я давала прогноз на 2023 год, я сделала акцент аж на двух месяцах. Это апрель и август. И сказала, что это ключевые периоды года, которые повлияют на всю мировую политику. И именно в эти месяца мы будем наблюдать и самые ожесточенные политические баталии, ну и, конечно же, военные в том числе. В этом периоде многие красные линии будут пересечены. И, собственно говоря, этот мой прогноз уже начал сбываться. На текущий момент, напомню, 5 апреля. А что мы уже можем анонсировать? Первое. Вступление Финляндии в НАТО. Насколько это вас настораживает, отвечайте, естественно, искренне. Следующий вариант ответа – закон об участии срочников в миротворческих операциях. Но вы тоже знаете, я неоднократно говорила о том, что в апреле будут привлекаться люди, ну, расширяющие, скажем так, непосредственно участие нашей, ряды нашей армии, но я также сказала, что это будет не так, как происходило 21 сентября 2022 года, что набираться будут, по сути, те, кто и так должен служить. Далее, третье. Китай объявил о готовности войны за Тайвань. Наверное, многие из вас слушали речь Си Цзиньпиня 1 апреля, и лично у меня волосы стояли дыбом, потому что дважды за это выступление он четко и ясно дал понять, что Китай готов к войне с США, и, собственно говоря, он уже готовит свой парламент, свое население к тому, что это в ближайшее время может произойти. И также напомню, я вам говорила о том, что с мая 2023 года этот сектор начнет активное продвижение, и будем надеяться, что Тайваню и Китаю удастся найти какие-то точки соприкосновения. И четвертое, конечно же, это Израиль наносит авиаудары по Сирии. Мы говорили об этом, что, наверное, основной источник, ну, скажем так, трудностей, да, которые будут связаны с 2023 годом, в первую очередь связаны с тем, что Иран, Израиль, Сирия, Турция, Россия и Азербайджан могут влиться в один большой военный конфликт. И это, конечно, большая проблема для всего человечества. Но все бы ничего, если бы Израиль не провоцировал этот конфликт своими авиаударами. А еще раз напоминаю, Иран в ближайшее время станет ядерной державой. Я уже не говорю о России, но и самом Израиле. И здесь вы понимаете, что США тоже не упустят возможности принять участие, тем более, что у нас без вариантов, нам придется защищать Сирию. Так вот, вопрос, закон об участии срочников в миротворческих операциях и Израиль наносит авиаудары по Сирии, на самом деле это одно и то же. Почему? Да все просто. Расширение нашего состава, личного состава армии совершенно не связано с Украиной. Это связано именно с нарастающей угрозой на Ближнем Востоке. И, скорее всего, подготовленных срочников будут бросать в котел более тяжких боев, чем те, которые происходили в течение этих полутора лет непосредственно на Украине. Поэтому в данной ситуации все эти вопросы, безусловно, требуют внимания, поэтому я о них расскажу более подробно, естественно, уже при ответе на ваши вопросы.